По предложению правительства Таджикистана парламент рассмотрит проект поправок в закон о праздничных днях. Проект поправок предусматривает отмечать в стране 30 января праздник сада. Праздник сада был известен в регионе до Средневековья и отмечался как предвестник Навруза, уходя своими корнями в зороастризм. Ярче всего традиции зороастризма проявляются в праздниках, к которым относятся шаби сада но в РУС – Мехаргон. Кроме того, согласно предложенным поправкам, правительство предлагает праздновать ежегодно 15 октября праздник Мехаргон и День сотрудников аграрного сектора. Также ежегодно отмечать 26 октября, как День сотрудников судов. Напомним, в этом году власти объявили рабочим днем день празднования Иди Курбон и Атха, мотивируя это совпадением с первым сентября, днем знаний, хотя официально Иди Рамазон и Иди Курбон всегда считались государственными праздниками. Таким образом, режим продолжает навязывать жителям Таджикистана чуждую и в корне противоречащую исламу культуру и ценности, с одной стороны, а с другой стороны запрещает и преследует проявление ислама в любой форме.